ну чё? У меня была такая печальная история, что иду я, иду, и хуяк я не иду. И, блин, крак провалился в люк. Ну чё, это я очнулся, и смотрю, передо мной свет, там люк, я стой, в канализации. Стой. И я смотрю, короче, открываю глаза и хочу вылететь наружу, хуяк бабка. Сдохни, сука, лопаты меня начинает пиздить, блядь. Говорит, сдохни. Не дам я тебе выйти. Я такой, бабка, ты шо, ты же меня убьешь, больно же, блядь. Она говорит, сдохни, сдохни. Опять я очнулся в канализации, уже, блядь, приплыл. Куда, куда приплыл? Ну, далеко. И смотрю, черепашки-ниндзя ебошут какого-то бомжа, блядь. Ирак идет этот, крыса ебаная, сплинтер, блядь. Все, отпустите его, и на меня ходит, вот новая цель. А я такой, шо, блядь, какая новая цель? Хуяк. Ко мне подходит какой-то этот в фиолетовой маске и начинает напрыгивать. Я его нахуй туда пнул, он улетел в канаву. Подходит другой, запрыгивает на голову, говорит, вот у меня есть два мяча, я тебе в мозг его вошью. Какие нахуй мозги? Ты что ж, я ж умру. Беру нахуй эти два мяча и отрубаю ему голову. А потом хуяк, остальных нету, их только двое было. Как подходит ко мне сплинтер. Иначе меня не пиздит. А я беру у него нос, отрываю нос, вот так. А закончилась эта история чем? У меня твой нос, нос, у меня твой нос. А он такой, где мой нос? А я говорю, вот твой нос, на, блядь. Вот с моим нос, да, большой. Тихо. Покажу пацанам, поржем с пацанами. А чем закончилась все. История? Че, я съебался от них. Вылез, он нос пошел искать, а он у меня оказался. Все, пацанам да? Показал, пацаны поржали и все. Все, конец, да?